Трех от восьмого не залетает, подбирает у нас игроки Вилановы. Тишина пока, разгоняет тем временем атака. И сейчас два очка забьет. Заигрывает Буданов. И бросок со средней от восьмого. Вьюшкин с мячом. И со средней 22-й заряжает, точно попадает. Врывается девятка. Промахивается Мщиков, там подбор забрал. И два очка. Рахматуллоев перехватывает, убегает в отрыв. И Никулин. Да, я знаю, как бы тут без проблем. И решил все-таки этот мяч скинуть. Не знаю, насколько это было нужно. Дрозд тем временем до кольца дотаскивает мяч и забивает. Тем временем с мячом. Заряжает треху, 14-й. И в кольцо точно она заходит. Восьмой номер из-под кольца. Побежали в атаку Дэвидса, но очень быстро перешли и продолжают тут. Никулин с мячом. Дрозд опять чуть на дриблинге его не обокрал. Ой-ой-ой, как хорошо Дрозд сейчас первый забивает. И второй туда. Буданов с мячом. Не получилось тут хэндов хорош сыграть. Рахматуллоев убегает. Ему назад же мяч возвращает Мацук. Там без угрозы пока. Рахматуллоев врывается. Хороший навес. Ну, аккуратненько в этот раз Мацук решает. Сафонову отдает. Ну и тот, соответственно, атаку у Дэвидсона начинает. Буданов с мячом. Хороший такой степбэк. И Ашер в защите выбивает мяч у Носова. Буданов опять с мячом. На Сафонова. Тот отлично в ситуации ориентируется. Чуть не потерял. Снова Дэвидсон у нас впереди. Мне кажется, второй матч у нас такой с хорошей концовкой ожидает. Из угла тем временем Храпов Никулину оставляет. Нос против него в защите. Вот так поймал на моменте, когда пытался не... Здорово подловил он Носова. Атаку свой команд начинает. Сразу дошел, зарядил. Еще и на подбор успел. И второй туда же. Добил. Нужно бежать домой. Ну, очень здорово, конечно. Летает тут Никулин. Бить только не смог. Дрозд еще раз забрасывает на Носова. Тот Рахматуллоев возвращает. И раскидали неплохо. Забивает только вот Мацук. 97 не стесняется, но на дриблинге теряет и убегает. Легкие два очка, забивая им Щеков. И на развороте ловит его Мацук. Сам один ушел. И аккуратные два очка, никаких Сафонов проход. Неплохо все раскидали. Свободный бросок от Храпова. Два очка в этой атаке в итоге нарисовалось. Через руку там попытался все-таки забросить этот мяч. Рахматуллоев скидывает. И два очка от Носова. Чуть не обокрал. Обокрал все-таки Рахматуллоев. Он на дриблинге. Убегает девятый. И два очка в быстром. Второй туда. Ну, пока на дуге тут остановились. И Мацук. Марк треха от него. Большов начинает атаку своей команды. Буданова заигрывает. И, пожалуйста, заходит, но очень неплохо. Лукин там защищается. Рахматуллоев через центр пытается ворваться. И два очка. 6 очков снова преимущество Вилановы. Хорошая очень передача на Лукина от Большого. И два очка из-под кольца. Там Большов сразу на него выпрыгнул. Но в итоге отличная разыгровка получается. Скидка. И в итоге потеря в этой атаке для Дэвидсона. 6 очков разницы. Носов бросает. Все-таки мяч для Вилановы. Ямщиков на Носова. Тут решает сам. Флоутер такой зарядит. Сафонов полетел. Остаются последние секунды. Успевает выбросить. И два очка от Сафонова. Носов там выцарпал мяч. Рахматуллоев в итоге все-таки заталкивает
Вилами. 4 фола у него, поэтому долго так просидел. Ну а тут хороший очень перенишили. В угол Наносова передача. Врывается в лицевую и забивает. Радует просто. Но в итоге на второй заход не хватило. Ямщиков все-таки вынуждает. Такой провал небольшой получается по броскам. И у тех, и у других. Сафонов подбирает и забивает наконец-таки 2 очка из-под кольца. Нет, и ему не дали 5-й. Фол дали технарь, 30-му Мацуку дали, а ему ничего не давали. Бежит в атаку Рахматулоев, хорошая передача. Ну и с фолом в итоге 2 очка от Колгинакина. На ногах успевает против него защищаться. Сафонов разворачивает, Ямщиков рядом, не отпал нигде. Но тем не менее обыгрывает. Сафонов отыгрывает и в итоге накрывает Большов Рахматулоева.